Качество сна – это то, что волнует большинство жителей крупных городов. Ведь от того, насколько хорошо человек выспался, зависит и самочувствие, и настроение, и даже внешний вид. Люди высоких эстетических запросов уделяют большое внимание и внешнему виду домашнего текстиля. В рамках очередной встречи участниц клуба «Школа стиля» о том, как составить домашний гардероб, рассказала эксперт компании «Тогос» Яна Иванова. Мода, она меняется, мы не можем постоянно следовать за ней, нам что-то просто не идет. А что мы покупаем для себя во благо себе, и там не только себе, там своим близким, да, то запомнится и в вашей душе останется, и в сердцах ваших близких, и будет на благо. Лучше, конечно, делать акцент на натуральных тканях, натуральных наполнителях, если мы говорим о постельных принадлежностях, гардеробе для сна. На многие материалы натурального происхождения просто не бывает аллергии или каких-то там заболеваний. Поэтому они всегда ближе к нашему существу, они всегда будут помогать провести хорошо день полноценно. Они снимают все практически натуральные волокна, статическое напряжение. Кстати, натуральные наполнители бывают не только из шерсти животных или пуха водоплавающих. Кроме шелка, история которого измеряется тысячелетиями, в 21 веке активно применяют эвкалиптовый тенсель и синтезированные молочные волокна. Кроме того, высокие технологии текстильного производства задействованы и в создании искусственных наноматериалов, которые уступают натуральным в цене, но не уступают в качестве. Я больше узнала о материалах, хотя, приходя в салон, они тоже о них рассказывают. Но Яна это рассказывает с таким теплом и с таким вниманием к деталям. Привлекает эта марка своей натуральностью, то есть и пастельными цветами, от которых не устаешь. То есть все такое спокойное, гармоничное. В них и не жарко, и, в общем, очень комфортно, приятно к телу. В нашей тяжелой жизни нужно как можно больше использовать качественного сырья, которое должно находиться и окружать нас постоянно. В настоящее время особенно важным становится возвращение к природному началу и энергетическому балансу. Мы живем в век такого технического прогресса. Конечно, хочется детям подарить все самое такое вот близкое к каким-то родным объятиям. И вот мне кажется, белье и постельное, и вот то, что вот представлено здесь, оно все вот как раз помогает вот вернуться вот к истокам, вот к этому природному. А так как я беру на себя ответственность и вынашиваю уже 6-го ребенка в нашей семье, как бы это все равно новый член общества, новый человек на этой земле. Конечно, хочется подарить ему все самое лучшее. Время, проведенное в приятной компании, используя для дела, это то, что так необходимо в сегодняшнем ритме жизни. Тема создания стильного, уютного дома на этом не исчерпана. В будущем планируются мастер-классы и по сервировке стола, и по новогоднему декору.